Молитва – это крик души. Чем искренней, тем чище. С ней так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она, как самый громкий плач, не пред людьми, пред Богом в надежде, что в небесный врач поможет вам во многом. Молитва – это Божий дар, одно из средств немногих. Через нее и стар, и мал ведут беседу с Богом. Она – глоток живой воды, залог успешной битвы. Она – защита от беды, постигшим суть молитвы. Молитва – орудие труда, она душа блаженства. Через нее везде, всегда приходят к совершенству. Но жаль, молитва не для всех убежище от бедствий. Творивший постоянно грех теряет это средство. Как пустоцвет неверных чувств, она тогда бесплодна, лукавство лесть из грешных уст пред Богом неугодно.